Мы с вами давно привыкли ассоциировать выставку CPM не только с экспонентами, которые приводят свою коллекцию одежды, но и также с моделями, которые презентуют эту одежду. Вот как раз-таки с нами находится одна из таких моделей, Ева Ли. Ева нам сейчас расскажет, какой бренд она представляет и нравится ли ей то, что на ней надето. Привет, я представляю бренд Vincent, это итальянский дизайнер, начинающий дизайнер. На мне сейчас пиджак и юбка мини. Как ты понимаешь, это прекрасное итальянское качество, натуральная кожа. Но, честно говоря, я бы предпочла, чтобы это была не натуральная кожа, а заменитель. Мне это самое ближе, и плюс ко всему, это актуальный вопрос в настоящий момент. Многие дизайнеры, насколько я знаю, еще в прошлом сезоне решили отказаться от использования меха натурального и кожи в своих коллекциях. Но до России, например, это доходит как-то не сразу. Что ж, я ответила на вопрос? Да, а как ты думаешь, долго ли продлится тренд на все искусственное? Ну, лично мне кажется, что тут двоякая ситуация, потому что, с одной стороны, мы видим очень много предложений, допустим, как шубы из искусственного меха, они очень красивые, они значительно дешевле, чем из натурального, они дизайнерские, необычные. С другой стороны, дизайнеры, как мне кажется, например, в этом сезоне все-таки возвращаются опять к использованию натуральных материалов. Это не то чтобы хорошо, но это так. Но свой покупатель должен найтись. Спасибо, Ева. Спасибо, что нас смотрели.